фильма ужасов «Пила» от режиссера Быдла Куна, новая комедийная пародия. «Пила» да и закусила. Это был лидер, Лен в роли негра, Ри в роли блондинки, Лук в роли китайца и Мэйка в роли той, которая выживает. Да что у нее? Это совершенно банальная история, совершенно банальный герой, произошедшая в совершенно банальном месте, в небольшом американском городке. Ну и конечно же, компания развитой американской молодежи, решившая культурно отдохнуть на воздухе свежем. Ну и ехали они себе на веселе на папиной машине, ехали в воздухе позитив. Хорошее настроение, а в багажнике лежал труп незнакомого мужчины. Еще с прошлого раза. Ну, ехали они, ехали, и вдруг случилась авария, которую мы, конечно же, не ожидали. И далее последовала групповая отключка. Как все хорошо начиналось. Ехали они, ехали, вот и приехали. Вполне естественно, что они оказались в комнате, из которой нет выхода. Но все мы знаем, что за стеной сидит подозрительный мужчина. Эй, что за дела? А ну, быстро все проснулись! Ну что за молодежь пошла? Никто меня не понимает. А ну-то пойдем! Так, проснулись? Вечно все должен делать сам. Итак, добро пожаловать в мою игру. Вы все были избраны для участия в этой игре. На жизнь, а на смерть. Это похоже на сюжет шоу ужастика. Что за беспредел? Не перебивайте меня. Итак, вы все были выбраны. Почему вы вас пока? Не спрашивайте меня. Я не знаю. И я же тот умник, который писал сюжет. В общем, правила таковы. Стащи правила, буду. Да чтоб тебя! Итак, вас пятеро человек. И вы должны бороться за выживание. Выживет только один. Да. И на кону 5 миллионов долларов. И как вы догадались? Все знают. Думаю, что поинтереснее. Придумал, что поинтереснее. Тебя вообще не спрашивали. Нет, приятель, там дела не делаются. Выходи сюда и поговорим как мужчина с мужчиной. Да вы что? Совсем обалдели, что ли? Я убийца, я цит, маньяк! Да, это, конечно, очень мило, но мы по твоим правилам играть не будем. Наше предложение. Мы проведем битву. Если победим мы, то ты нас отпустишь, и мы сорвем себя маску. Если нет, то мы сделаем все, что захочешь, и примем правила твоей игры. Если правила ваши, то игру выбираю я. Окей. Сегодня мы сыграем самую непредсказуемую игру мира. Приготовьтесь к самой кровожадной и жестокой битве. Сейчас я сорву себя маску, и мы все узнаем, кто ты на самом деле. Смотрите! Водка! Где? Момент истины настал. А, это же Санки, Санки, Санки! О, это же Билл. Как его зовут? А, да неважно, мочим его!